Всем доброго времени суток. Представляю перед вами автомобиль Chevrolet Epica 2010 года. Автомобиль оснащен двигателем 2,5 литра на автоматической коробке передач. Задний ряд сидений автомобиля в хорошем состоянии. Спереди такие же чистые ухоженные сиденья, дверные карты, торпеда в хорошем состоянии. Автомобиль оснащен мультирулем, электростеклоподъемниками, электрегулировкой зеркал. Здесь у нас также находится управление светом. Магнитола штатная, с хорошим звучанием. Климат-контроль, коробка-автомат. Также автомобиль заведен, никаких ошибок нет, двигатель работает ровно. Пробег 164 тысячи. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, адрес вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно приобрести по системе 3D, кредит, а также за наличный расчет. Всем спасибо, до свидания.